Показательным маршем открывается фестиваль спорта, посвященный декаде инвалидов в Подмосковье. Сегодня здесь, в Олимпе, около 150 людей с ограниченными возможностями, а также членов их семей. В преддверии соревновательной части праздника – показательные танцы и китайская гимнастика. Сегодня здесь все победители. Флаг поднимает Наталья Попова, ставшая в этом году чемпионкой Московской области по толканию ядра. В соревнованиях различные испытания проходят всего 85 человек. Члены городского отделения Всероссийского общества инвалидов, которому не так давно исполнилось 25 лет. У людей с ограниченными возможностями сегодня в приоритете армспорт, а также чеканка и прокачка нижнего пресса. Давай, давай, давай! 29, 30, 31. По итогам соревнований первые места в своих группах заняли Галина Анисимова, Наталья Попова, Валерий Леднев и Раиса Прохорова. Победителей и лауреатов фестиваля спорта наградили призами.